В областном архиве прошел день открытых дверей. Все желающие могли увидеть документы 17 и 18 веков, а также святая святых архива, хранилище дореволюционных документов. Приурочили мероприятие к 300-летию со дня рождения первого исследователя Оренбургского края Петра Ивановича Рычкова. Посмотреть на редкие и даже уникальные документы пришли студенты-историки. В первую очередь гостям областного архива рассказали и показали экспозицию выставки «Колумб. Истории Оренбургской». Это документы середины 18 и начала 19 века. И по большей части это архивный фонд Оренбургской комиссии и Оренбургской губернской канцелярии. Многие из них так или иначе касаются жизни и госслужбы Петра Рычкова. Кстати, он совмещал службу в губернской канцелярии с творчеством. Так увидели свет топографии Оренбургской губернии и история Оренбургская. Также посетители увидели документы, в которых упоминается и о потомках Рычкова. Представлены документы 18 века, которые, в общем-то, представляются достаточно редко, так как это очень старые документы, и они требуют, конечно, особого хранения. Они хранятся в особых условиях, обязательно в темноте. Здесь мы их выставляем на свет, ну, именно для того, чтобы оренбуржцы могли приобщиться вот к истории. Следом студентов повели в хранилище. Здесь собраны различные грамоты и свидетельства с основания Оренбургской губернии и до 1917 года. Но все-таки гордостью областного архива являются документы, подписанные самой Екатериной, которые прошли реставрацию, а теперь покоятся на мобильных стеллажах, специалисты с легкостью их передвигают. Кстати, на дне открытых дверей областного архива приобщение к истории не заканчивается. Посетителей ждут в любой рабочий день.